Нормально, старт нормальный. Да ты чё, ты всегда используешь конченую атаку, которой ты сам себя взрываешь. Ёханый садомазохист, камикадзе, суицидник. Ты мудак или чё? Я понимаю, что ты там теракты хочешь устраивать, но я-то тут при чём? Я мирный гражданин, не убивай ты меня, пожалуйста. Crow.com – бесплатный музыкальный сервис, где вы сможете найти и скачать ваши любимые песни совершенно легально. Но что самое главное, на сайте нету рекламы, поэтому поиск и скачивание музыки происходит в 100 раз проще и приятней. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а именно в нашу новую серию 7 сезона с модом на покемонов, где сегодня, ребята, мы постараемся прокачать наших покемонов и опять сразиться с Геннадием, а именно взять у него реванш, ребята, я надеюсь, что вы мне в этом поможете. Ребята, большое вам спасибо за то, что мы набрали почти 7000 лайков на нашей предыдущей серии, которая вышла день назад. Ребят, вы нафиг сумасшедшие. За один день набрать почти 7000 лайков, ребята. Там чуть не хватает, там 100 с чем-то лайков. Но все же, ребята, я решил порадовать вас и выпустить новую серию раньше, там на пару дней, чем мы бы еще набирали вот те лайки. Поэтому, ребята, давайте наберем 7000 лайков. Чем больше лайков мы наберем на этой серии, тем длиннее я буду делать серии для вас. И, ребята, набираем 7000 лайков прямо сейчас на вот этой серии. Я завтра же выпускаю новую серию с покемонами, ребята. Если вы, конечно, хотите видеть покемошек хоть каждый день, я, ребята, для вас буду стараться, честное слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Зовите своих друзей, делись этим видео, кидайте всем сообщения ВКонтакте, ребята, делайте что угодно. Чем больше людей придет, тем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Также, ребята, пишите что-то интересное в комментарии, любые факты обо мне, об вас, ребята, задавайте вопросы. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Да, ребята, сейчас мы будем приступать к самой серии. Я попытаюсь ее сделать длинной, если у меня это получится. Да, но все же, ребята, еще раз я хотел бы сказать перед тем, что я нажал случайно. Ребят, еще раз перед тем я бы хотел сказать то, что не забываем добавляться ко мне, друзья, ВКонтакте. Сразу первая ссылочка в описании под видео, ребята. Заходите, подписывайтесь на мою страницу. Я постараюсь добавить, ребята, кого только смогу, потому что, как вы знаете, ВКонтакте есть лимит друзей. Поэтому, ребята, просто заходите, подписывайтесь, там будут самые новые, самые свежие новости, ребята. Я там буду отвечать на ваши вопросы в сообщениях. И, конечно, ребята, просто с вами банально общаться. Поэтому заходите и действительно добавляйте меня в друзья. А сейчас, ребята, сейчас. Какие у меня планы на вот эту серию? Какие планы, ребята? Я читаю все ваши комментарии. И, ребята, много людей мне даже ВКонтакте писало. То есть, читал их сообщения, то, что они писали, чтобы я взял на поединок не Голета, а Тортерру. Потому что я так посидел и подумал, травяной покемон против каменного и против электрического. То есть нету слабых сторон, но Тортерра у нас уже, хотя я не скажу то, что она больше прокачанная, но мне кажется, она больше сойдет, чем тот же Голет. Поэтому, ребята, я, наверное, прислушаюсь к вашему мнению. В этой серии я постараюсь прокачать Тортерру к 50 уровню. Я постараюсь сделать эту серию как можно длиннее, ребята, специально для вас, потому что многие в комментарии писали: Эдисон, я был бы так рад, если бы ты там выпустил какую-то 30-минутную серию или что-то тому подобное. Если вы хотите, ребята, видеть вот такие видео у меня на канале, которые будут длиться нафиг 30 минут, ребята, пожалуйста, вы просто должны мне дать знать то, что вы действительно хотите их видеть. Но знаете что, ребята, вот, зашибись, убил. А почему? Я спрашиваю каждый раз я спрашиваю, почему у меня каждый раз, мать его, слетают настроечки в пиксельмоне. Это меня так бесит, вы себе просто не представляете. Тортерру, ребята. Где нам нужно качать Тортерру? Это травяной покемон. Трава очень хороша против воды. Если это очень хорошо против воды, то нам нужно пойти в какой-то океан. Океан — это не скажу, что прям отличный океан, потому что это более-менее какой-то пляж. О, ну зато тут есть нормальные покемошки, которые уже заспавнились. А мы сейчас, ребята, полетим на Чаризарде куда-то далеко в море и постараемся найти каких-то... А ну стоять! А ну иди сюда. Постараемся найти, ребят, каких-то других покемонов. Посмотрим. Но у Тортерры, к большому сожалению, сейчас нету каких-то офигеть суперских атак. Вообще нету, точнее, да? Но зато... зато саму в рот, ребята, более-менее так решает, как я вижу. Даже офигеть как решает.
Если честно, я был бы очень рад, если бы мы выучили у Тортеры Гига Дрейн. Это было бы, ребята, офигеть как суперски, потому что она бы в первую очередь могла бы просто-напросто восстанавливать свои здоровья простой атакой, да? Но не факт то, что мы ее сможем изучить, а темок у меня в сундуке вообще нормальных нету. Там только какашки, да, поэтому я не знаю, ребята, получится ли у нас это сделать, но все же, ребята, к большому сожалению, покеболов у нас вообще нету, поэтому если мы кого-то крутого найдем, мы даже не сможем его словить. Но не расстраиваемся, ребята. Я надеюсь, это первый раз, первый случай, когда я не хочу кого-то нормального найти, потому что я переживаю то, что я не смогу его словить. Пожалуйста, пожалуйста, никто не спамьтесь, просто-напросто не расстраивайте меня. Вот я хочу сейчас посмотреть. Ну, в принципе, против водных покемонов у травяных всегда было офигеть какое большое преимущество. А поэтому удивляться то, что мы так быстренько киллера зафигачили, нету смысла. Хоть это 44 уровень киллер, это очень даже офигенно, ребята. Пожалуйста, хренани, хренани его еще раз, не знаю, что это за слово, но все же. О, 37 уровень, зашибись, ребята. Так, кто тут у нас есть еще? Давненько, очень давненько я не видел боссов. В этом сезоне я видел вроде где-то 1-2 боссов. Я бы еще раз хотел бы их очень сильно встретить. Потому что с них, во-первых, выпадают офигеть какие крутые шмоточки. Да. А если честно, я бы хотел XP Share или Lucky Edge, которые просто-напросто увеличивают получаемый нами опыт, когда мы убиваем каких-то других покемонов. И, ребята, было бы намного проще качаться. В раза так 2-3 было бы намного проще и быстрее качаться. Но не так-то... Опа! И так-то просто найти вот этих боссов или найти вот эти шмотки, которые дропаются тоже фиг его знает где. Но Чаризардушка, сейчас дело, задача для тебя. Мы будем лететь, наверное, даже в другом каком-то направлении, вот сюда, чтобы открывать просто-напросто новую территорию. Я надеюсь, что мы сможем найти какой-то островочек, поселиться на нем, искать каких-то редких покемонов и больших покемонов, то есть большие уровни. Я бы очень сильно это хотел видеть, потому что нам нужно прокачать Тортеру в этой серии. Конченый дождик, не хочу. Ребята, никто же сейчас не хочет дождик. Я люблю, обожаю просто дождь, но сейчас я его не хочу видеть. Прям уйди, сгинь, нечистая сила, честно. Вот сейчас не хочу его видеть. Пожалуйста, какой-то островочек. Какой-то хотя бы маленький островочек. Ну, чтобы там было, да, хренище покемонов. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята, возьмитесь все за руки и просто так молитесь. Пожалуйста, 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 какой-то островочек, ну хотя бы маленький. Ну что, посередине океана нету вообще никакого населения покемонов на каком-то острове. Ну, пожалуйста. В воде я вижу, в воде, в принципе, немного там есть, да, но... О, что-то нашли. Так, как я понял, это очень большой остров. Так, 31 уровень. Нормально, ребят. War Turtle, мне кажется, сойдет. Да, нормально так опыта. Это кто у нас? Еще один War Turtle. Еще немного опыта. Давай. Убили? Все, зашибись? Да. А, вы смотрите, ребята, там на карте, вот смотрите, тут есть... Кто там есть? А, то есть у нас тут вот это подземный данж, вот этот, как он там называется. Не знаю, короче, в новой версии Майнкрафта, да? Ну, не буду я туда отправляться, нет, ну просто смысла. Кстати, там еще какой-то островочек. Я вас слышу. О, ёшкины матрешки, вот кого мне нужно убить. Вот с кого дохренище опыта просто выпадает. Слоупоки! Нет, Тортера, отпусти меня. Отпусти, нам нужно через ада, не хочу я вот это все переплывать. Я перелечу, мне проще перелететь. Так. Иди-ка ты сюда, 37 уровень. Смогу ли его зафигачить? Не прям супер-пупер эффективно, но с трех ударов сойдет. Да, 38-й, ребята, опа. Квач. 15-й, не хочу. Спасибо, откажусь. И шо, больше никого нету. А я уже надеялся, то что вас тут дохренище просто-напросто будет. А тут вообще никого нету, что за дела, ребята? Так не пойдет. Так не пойдет. Давайте еще раз вернемся на вот этот остров. О, нет, так, о, херосос. Херососика можно убить. Он 51 уровень, нафиг. Мне кажется, Чаризардом будет его попроще убить. Да,
с одного удара. И через это у нас уже тоже немного прокачался. Говорите, о, кстати, вот как он там выглядит, да, говорите, если бы я еще что-то видел посередине ночи, да, что-то так все темно, ничего не видно. Эдисон еще и шейдерами, да, ходит. Да твою мать, да почему я всегда на Туртеру сажусь? Да тебе Чаризард, да. Так, вот, зашибись, полетели. Полетели, это какой-то новый материк или это просто... нет, это остров. Это, ребята, островок. И, в принципе, тут есть большие такие покемоны, да? Я надеюсь. Литвика, Литвика я бы офигеть как имел желание словить, но... У нас нету покеболов, ребята. Нету покеболов, а Литвик это офигенный покемон. Так, что ты на меня накинула? Пожалуйста, отпусти меня. Ну да дай мне тебя, вот, зашибись. Давайте вылечимся еще раз, чтобы эти эффекты прошли. И давайте еще посмотрим, может мы тут еще кого-то сможем найти. Я не знаю, ребят, честно. О, персер. Есть смысл сейчас еще раз отправляться к Геннадию. В принципе, сейчас день-то уже должен пройти, но мне почему-то кажется, он нас опять накажет, ребята. Синтезис, вот, вот это мне нужно. Это лечилка. Почему-то мне кажется, что он нас накажет опять. Я не хочу опять опозориться, ребята, перед вами. Меня Геннадий в предыдущей серии наказал, мне и так уже стыдно до сих пор. Я не хочу еще раз зафейлиться. Кстати, кто это у нас тут? Кто это у нас тут такой ходит? Свайпер, Двибл и... Ну, Свайпер, ты какой уровень? 17-й. Твою мать. О! Да что не достает-то? Да почему нахрена ты мне даешь вот эти, даешь вот эти темки, а? Дай мне лакетч. Или дай мне мастербол. Пожалуйста, такой уровень. Что вы такие маленькие-то уровни, а? Я сюда качаться пришел. И, да. Четвертый уровень на меня нападает. Да. Это прям самое то, что мне было нужно. Такой уровень. 30-й. О! Поехала жара. Давай. Ты мне как раз... Да, твою мать, да не сам урод, а Тортера. Вот кому качаться нужно. Зачем ты выходишь, а, самувротишка? В принципе, мне кажется, Тортера будет офигенно еще качаться в глиняном биоме. Мне так кажется. Потому что там, в принципе, каменные покемоны. Там, в принципе... О, вылечилась, видите? А, я синтезис использовал, поэтому она и вылечилась. Значит, уже нормально будет, ребята. Значит, уже нормально будет. Вот, видите, как она хилится. Если нас Райчу, если нас голем с одной атаки не зафигачит, то, мне кажется, ребята, будет нормально, мы справимся. Так, Вупер, еще там кто-то есть? Сколько у вас там покемонов, а вот этих? В принципе, сойдет, почему нет, да? Уровень там не нужен. Так, Чаризард, давай, затащи, пожалуйста. Все? Да, все. А, мы там были? Нет, мы там не были. Тут больше никого нету? Нет, больше никого нормального нет. Поэтому Чаризард, неси нас в другое место, вот туда. Будем такие ночные, ребята, путешествия по островочкам, да? Так, зашибись, 40-й уровень. И Тортера сейчас тоже уже 40-м будет. Вот, еще один ударчик. И знаете, куда нам еще нужно отправиться? Точно, я вспомнил, ребята, что я давно хотел сделать. 36-й уровень, зашибись просто. Что я хотел давно сделать? Я хотел сделать механическую наковальню. То есть мы сможем делать прям... Ни хрена себе, Лапрас. Мы сможем сделать себе покеболы, даже не делая их. То есть мы скидываем все в одну кучу. А, и механическая вот эта наковальня сама их будет там делать. Мы потом тупо вернемся, они уже будут сделаны. Только для этой механической наковальни вроде нужно липкий поршень, а его у меня нету, ребята. Чуть не матюкнулся, чуть не матюкнулся, еле сдержался. Я уже хотел сказать, ёханый дождь, ты заколебал. Ударь ты уже, пожалуйста, старью. Спасибо большое. Еще разочек. Ну шандарахни ты по башке кирпичом уже. Ну! Ё-моё! Старью! О, наконец-то! Еще кто-то есть! О, да вы меня добить сегодня хотите, честное слово! Да убей ты уже этого тренера конченого, чтобы я дождь выключил! Ё-моё! У меня еще, ребят, до сих пор нос заложен, так что не обращайте большого внимания. Ты что, нахрен издеваешься? Да сколько у тебя покемонов? Да я не супергерой, чтобы одним покемоном против 100 сражаться. Хватит! Хватит! То старью.
то Старви. Кто сейчас еще будет? Ты что издеваешься? Еще и эта паскудина хилится. Да ну в жопу. Кто? Где? Выключись, паршивые дожди. Кто? Кьогр. Ты издеваешься, мать твою. Какой нахрен легендарный покемон, а? Какой в жопу легендарный покемон? У меня ни единого покебола нету. Какой легендарный покемон? Охренеть. Ах ты ж. Ах ты ж. О, удивительный человек нафиг. Это просто жопа. А когда у нас появится мастербол, если он у нас в этом сезоне, я надеюсь, появится, то мы не найдем ни единственного нафиг легендарного покемона. А сейчас они... Пришел, а? Вот смотрите, не было. Пришел. Захотелось ему заставиться, когда у Эдисона нету... Нету мастера бола. Еще этот Геннадий все настроение испортил, забрал у нас 100 алмазов. 63-й, ни хрена себе. Них, вылечимся. Ах ты, вот смотри, какая лечи... Да. Шо? Я ничего не говорил, ребят. Я ничего не говорил. Так, покихил. Ах ты же меня. Иди сюда. Да не ты, зараза. А вот этот. Желтожопый. Где ты? Да ты... Чё-то мне в этой серии Пиксельмона не очень везет. В самой серии. Легендарный заспавился. Это, конечно, повезло то, что легендарный заспавился. Но не повезло то, что я его словить-то не могу, а? Зачем он тогда спамился? Зато Тортера уже 41 уровень. Уже нормально. Уже нормально, ребята. Вот честно, вот я сейчас сделаю длинную серию. Сейчас серия у нас будет очень длинная. Ребят, я не знаю. Если вы реально хотите, чтобы такие серии длинные были, я не знаю, может вам скучно уже? Потому что мне кажется, это реально офигеть, какие длинные серии. И вам реально не скучно полчаса смотреть на покемонов? На ёханых покемонов? Ребят, не знаю. Решайте вы. Честно. Я ради вас сделаю. Если вы хотите видеть полчасовую серию там, где я просто бегаю и сражаюсь против покемонов, качаюсь и так далее, то, ребята, пишите в комментарии, ставьте лайки, если да, то я говорю, я буду выпускать вот такие серии специально, ребята, для вас, если вы, конечно, этого хотите. Да, поэтому мне просто нужно сдать, поймите, ребята, это. Да иди ты нахрен, шо вы такие все сильные, а? Давай, Черезад, порешай его. Вот, зашибись. Тортера, 42 уровень. Так, мне кажется, сейчас тут больше нету смысла что-то делать, потому что мы тут уже всех перебили, убили, и нам нужно идти куда-то в глиняный биом. Потому что тут, если заспамятся лайроны, это будет просто суперски. Я бы, если честно, хотел найти еще один глиняный биом, потому что все понятно, что я хотел сказать, да? Что-то я расшокался в этой серии очень много, потому что, ребята... Тут у нас нету ни... Так, сейчас, секунду, 1893, 75, минус 1028. Потому что тут у нас нету ни алтаря Молтреса, ни вообще нифига нету, ребята. Ни вообще нифига. А в новом глиняном биоме мы, в принципе, можем найти и те же покеболы, которые еще на земле где-то остались. А тут мы их уже не видим, потому что мы тут уже их всех пособирали. Вот как видите, на этой территории я еще не был. И тут есть покебольчик еще один. Опять мне какой-то... Кто там мейл отослал? В жопу ваши мейлы мне вообще сдались. Честное слово. Мне дайте лакеч какой-то. Или экспешер. Мне нафиг ваши мейлы не нужны. Зато вот эти два Чуркистана Петровича мне точно нужны, потому что они большие уровни. Здрасте, мордастера и доны. А? Шо гуляли тут? Шо меня не позвали? А? Шо они не подошли к окну, не заорали? Там, Эдисон, выходи гуляй. Ну давай. Вот, зашибись. В принципе, нормально. Против каменных покемонов очень даже хорошенько. Мы справляемся, ребята. Так, все? Больше никого нету? Больше никого. Вот давайте, ребята, если я сумею прокачать Тортеру. Ну давайте, давайте попробуем. Еще хотя бы 1-2 уровня к 43-му, 44-му. И мы идем, ребята, попробуем еще раз заколбасить Геннадия. Если нет, если я не смогу это сделать, то я не знаю. Я эту серию просто не выложу, и все. Вы даже не узнаете, что я эту серию записывал. Да, ребята. Если вы сейчас смотрите эту серию, я каким-то чудом проиграл
Геннадию, то вы, наверное, какой-то параллельной вселенной, потому что я эту серию выкладывать не буду, ребята. Вот и запудрите сами себе мозги и подумайте, что я вам сказал, а то я сам не понял, если честно. Так, вылечимся, вылечимся. Я где-то тут покебольчик видел, даже два. Так что, ребята, не орите то, что, мол, Эдисон, ты опять пропустил покебол. Ни хрена не пропустил. Я же самая внимательность. Я никогда слепым не бывал. Да, пошутил, пошутил. Рулетик, 37-й. Здрасте, мордасте. Ну, да, харе, взлетать, а. Крылатая паскуда. Так, еще один ударчик, пожалуйста. Что-то я вспотел, ребята. Что-то у меня очень жарко. Так, 400 опыта. Ты такой нафиг большой уровень, ты мне столько опыта даешь. Жмот ты голимый, честное слово. Райдон, дай мне хотя бы штукарик, пожалуйста. 1700. Вот, вот, вот умный человек. Покемон, я имею в виду. 1000 дал мне. Оу! Оу! Какие у нас тут покебошки! Уе-е-е! 50-е уровни! Только какие-то они вот. Да, да харе нахрен убегай! Вылечись! Вылечись! Хренакни! Хренакни! Ёп! Пересете! Чуть не матюкнулся! Ты заколебал! Только не говорите, что меня опять майн залагал. Ёханый бабай. Ты чё, серьезно? Если я ещё пропишу килл. Если я ещё пропишу килл. Если у меня опять окошко не появится, чтобы я воскресился, и мне нужно будет неделю ждать, чтобы у меня кнопка заработала и миллион раз перезагружать компьютер, я хренакнусь головой об этот стол. Я даже с вами не попрощаюсь, я просто хренакну и закончу серию. А я вообще ни хрена не могу сделать. Так, это еще нет. Это еще, ребята, не конец, потому что я сейчас тупо перезайду в майн. Если кнопочка не будет работать, я компьютер перезагружать не буду. Я просто хренакнусь и уйду. Сейчас увидим. Да, есть кнопочка! Фу, а я уже, если честно, я уже такой там план придумал, там я сейчас хренакнусь башкой об стол и будет такой эпик будет. Но зато двух покемошек мы уже просрали. Да. Круто. Круто. Круто! Не хочу я находить ваши вейпоинты, а? Нахрена мне ваши вейпоинты? Просто нажми и ты пэхни сюда. Мы агронов просрали. Просрали все. Всех агронов, всех покемонов. Все вообще царство покемонов, но зато мы тебя встретили, Райдоша. Райдошек. Райдошек. Райдошек, дай нам уровень. Не расстраивай нас. Не расстраивай, потому что я еще сегодня хочу убить Йоханова Евгения. Я там еще одного Райдошика видел. О, кстати. О! Иди в жопу, Райдошик. Вот кого я нашел. Лайрон. Лайрончик. Лайрончик. Опа. Спрятанный пакет. В жопу засуньте себе свои. Мейлы. Кто мне письма-то пишет, а? Твою мать. Вот надоели. Так, Лайрон. Да в жопу твоего самурота, я не самуротом хочу нападать, я хочу Тортерой нападать, чтобы Тортеру прокачать. Самурот у нас и так уже 53 уровень. Маловато, но все же. Куда ты мне столько сносишь? Угомонись нахрен, успокойся. Я качаюсь. Пожалуйста, во, ты еще. Да почему так мало-то нафиг? Чё ты мне столько опыта даешь? Зато там Райдошик еще до сих пор стоит. Еще один уровень, ребята. Мы идем что-то там пробовать с Геннадием. Если я еще раз проиграю. Я не знаю. Я не знаю, честно. Райдошик, пожалуйста. Ты вряд ли нам уровень сейчас можешь дать, потому что. Ну, зато нормально, нормально. Еще пару таких дошиков, и мы прокачаемся. А, и будет у нас 45-й хотя бы. Да ёханый бабай, да, уйди ты, Тортера. Мне сейчас Чаризард нужен. Так, дошики, выходите гулять. Пожалуйста, отпроситесь от мамки, папули. Мне нужно еще около так 1600,5 опыта. Пожалуйста, о. О. Еще один ML и я с ума сойду. Нет, хотя бы хилка. Бесполезная хренотень, но хотя бы не ML. Уже радует. Уже радует.
Чё-то нифига не радует меня. И даже ощущение у меня... О, вот что порадовало. Даже ощущение у меня такое, то, что я Геннадию опять продую. Но не будем расстраиваться, не будем огорчаться преждевременно. Я надеюсь, что жопочку мы ему еще сегодня разорвем. Пожалуйста. Нормально, 1500 опыта, сойдет. Сойдет. Конечно, не так, как Дошек нам опыт отдает, но все же. Еще один уровень, ребята, еще один уровень. Держитесь, крепитесь. Серия длинная, мать ее. Вы этого сами хотели. Сейчас не нойте. Не нойте. Эдисон, нахрена полчасовая серия? Где ты играешься с покемонами? Йохана. Сейчас, иди сюда, 49 уровень. Вы сами, ребята, просили. Если вы хотите дальше вот такие серии, честное слово, я буду их делать ради вас. Просто мне скажите. Просто скажи, Бул, Эдисон, хотим большие длинные серии. И все. Я пойму. Я пойму. 45 уровень. 45 уровень. Пожалуйста. Прошу! Прошу! Дай Геннадий нам себя победить. Пожалуйста. Выкладываем Черизарда. Берем самое ценное, что у нас сейчас есть. Это стак изумрудов. Я сейчас все просру, мне так кажется. И отправляемся к Геннадию. Геннадий! Пощади! Пощади! Ты и так уже тут имеешь стак, нафиг бои. Колбаза, верни! Не лыпся так, или что ты там делаешь, зубы скалишь. Ребята, вы готовы? Я нет, но все же. Все же попробуем. Пожалуйста. В первый бой идет Тортерушка, мать ее. Пожалуйста. Бог покемонов, услышь меня, дай мне поддержать победу над Геннадием, которого я уже ненавижу. Ребята, вы готовы? Давайте. Хопа! 45 уровень против 53-го, ты сумасшедший нафиг. Нормально, старт нормальный. Да ты чё, ты всегда используешь эту конченую атаку, которую ты сам себя взрываешь. Ёханый садомазохист, камикадзе, суицидник. Ты мудак или чё? Я понимаю, что ты там теракты хочешь устраивать, но я-то тут при чём? Я мирный гражданин, не убивай ты меня, пожалуйста. Один на один. Какой в жопу винозавр? Какой в жопу винозавр? Он еще меня усыпил. Какой нахрен винозавр? У него райчо был. Ёханый ты ушурманин, хоть я не знаю, что это такое. Ты меня еще долго будешь позорить перед подписчиками. Мама! Ребята, что мне делать? Грот! Геннадий, он нас подставил. Я думал, у него будет райчо, у него винозавр. Ты что издеваешься? Какой винозавр? Какой винозавр? И что мне делать? И что мне делать? Ребята. Ну держи, не подавись нафиг стаком изумрудов. Ты кон... Ты меня обокрал уже по максимуму. Пощади нас, пожалуйста. Камикадзе Глеб нас убивает каждый раз. Мне его или с одного удара нужно заколбасить, или он опять взорвется. И сейчас винозавр! Какой винозавр нафиг? Я охренею. И кого мне брать тогда, если вы... Я думал, возьму Тортеру. У него будет райчу нафиг. А у него винозавр травяной. А у меня вообще антипокемонов для травяного нету. Я бы взял Черизард и просто его укокошил с одного удара. Но нет. Ёпресете. Шо же ты за человек-то такой, а? Где ж тебя такого родили? Родили. Иди в жопу, неважно на твою грамматику. Ты меня расстроил, Геннадий. Геннадий, если сейчас есть в комментариях Геннадий, уходите прочь, нафиг не бесить. Я ненавижу Геннадиев. Не обижайтесь, но это вот эта причина, из-за чего я ненавижу Геннадиев. Охренеть просто. Мы второй раз проигрываем. Я уже бомж, я уже не знаю, что мне ему отдавать в следующий раз. Но я тебя накажу нахрен. Придет тот момент, когда я найду идеальных покемонов, я тебе просто то... Да... Проход-то твой задний весь прям расквасю. Честно.
Ладно, ребята, давайте не будем дальше расстраиваться. Давайте на этом будем заканчивать эту серию, ребята. Большое спасибо вам за просмотр. Если вы хотите узнать, чем это все закончится, смогу ли я уже наконец-то обесчестить Геннадия? Ребят, ставьте лайки. Наберем 7000 лайков, и я сразу же выпускаю новую серию покемонов. Ребята, посмотрим, что же дальше будет. Также, ребят, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый будет для меня как друг. Зовите своих друзей на просмотр этого видео, чтобы они также ставили лайки. Чем быстрее наберем 7000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, ребята, хоть завтра. Также, ребята, пишите в комментарии. На самые интересные комментарии я буду отвечать. Поэтому, ребята, не знаю, пишите любые факты обо мне, о вас, о Геннадии. Я уже даже не знаю, ребята, честно, у меня сейчас башка взорвется. Поэтому, ребята, также не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, как я уже сказал. И большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пойду поплачу, Геннадий, а?